В минувшее воскресенье в Ленинском районе состоялись выборы главы сельского поселения Развилковское. О ходе голосования и о его итогах в репортаже Ларисы Вольновой. 10 марта состоялись досрочные выборы главы сельского поселения Развилковское Ленинского района. Все избирательные участки были открыты с 8 утра и до 8 вечера. Каждый мог прийти и отдать свой голос в пользу того или иного кандидата. Среди зарегистрированных кандидатов на пост главы поселения – Александр Колосов и Вера Маркина. Нам все равно, ведь кто, нужно, чтобы человек достойный был. Об обстановке на избирательном участке номер 1304, расположенном в здании Развилковской средней школы, рассказал ее председатель. Выборы главы сельского поселения на данный момент проходят в штатном режиме, без каких-либо эксцессов. На данный момент явка участников очень активна. То есть первую половину открытия избирательного участка, как всегда, были в первых рядах пенсионеры. И нас очень сильно радует, что молодежь и впервые лица, которые после совершеннолетия могут уже принимать участие в голосовании, тоже принимают активное участие. Наблюдатели на избирательных участках следили за тем, чтобы голосующие свободно реализовывали свое конституционное право. Обстановка спокойная, нарушений пока нет никаких. Высокую явку избирателей можно было увидеть и на других избирательных участках в поселении. Надеясь на положительные изменения, жители отдавали свой голос в пользу определенного кандидата. Во всяком случае, на улучшение хотя бы жилищных условий, как говорится, обустройство поселка. С выбором кандидата у жителей ассоциировалось и решение наболевших вопросов. Улучшение, конечно. В какой-то конкретной сфере? Ну да. И такой образовательный, чтобы получше был, культурный, массовый. Чтобы было поинтересней жить на нашем поселке. Надеюсь, что поселок будет чистый, красивый, уютный. А также, надеюсь, дороги. Дороги будут хорошие, потому что подвеска моя страдает очень сильно на автомобиле. Об итогах голосования рассказал председатель избирательной комиссии Ленинского района. Результаты достаточно прогнозируемы. Почему? Потому что один кандидат, Маркина Вера Сергеевна, вела довольно-таки активную, хорошую работу в свою пользу. И она получила 39,5%. А ее соперник Колосов Александр Анатольевич получил всего 16,5%. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.